Абсолютная власть! Доброго времени суток, уважаемые друзья, с вами Перпетум, и как вы уже догадались, сегодня я покажу вам, как можно стать обладателем абсолютной власти, абсолютной мощи, абсолютной силы, потому что сегодня вы станете настоящим черным властелином. Конечно же, в хорошем смысле этого слова, ведь теперь в Майнкрафте появилась некая черная руда. Конечно же, она отличается от всех тех модов, которые добавляют всякую хрень. Допустим, броня из цветов, оружие из цветов и так далее и тому подобное. Сегодняшний мод добавляет, помимо того, что великую власть, также он добавляет некую руду, но также эту руду можно скрафтить, потому что добыть ее действительно очень трудно. Она встречается в разы реже, чем тот же самый алмаз. Поэтому проще всего будет скрафтить эту руду. Давайте посмотрим на эту руду, как она выглядит и как она крафтится. Собственно, появляется вот такой вот черный алмаз. Конечно же, черный алмаз. Для того, чтобы его скрафтить, нам понадобится один алмаз и 4 обсидиана, расставленных по кругу. Получается вот такой вот черный алмаз. Сама же руда выглядит вот так вот, если мы ее найдем фиолетовой. Хотя странно, ведь руда называется черной. Ну, пускай автору видно виднее, может быть, он дальтоник, но я не знаю, не хочу его оскорблять, тем не менее. Встречается она редко и добывается очень быстро. Посмотрите, буквально мгновенно. Ну, потому что я использую кирку абсолютной власти, кирку черного властелина. Что же можно сделать из этих алмазов? Из этих алмазов можно сделать все то же самое, что можно сделать из обычных алмазов. Только теперь оно будет в разы прочнее. Именно прочнее, да. Намного-намного прочнее. Сейчас я одет полностью в эту броню, вы можете полюбоваться. Она фиолетовая, но выглядит довольно круто. Хотя алмазная обычная выглядит красивее. Но не суть. Также он добавляет этот мод некий лук силы. Для этого нам понадобится обычный лук и один черный алмаз. Получается вот такой вот черный лук. Нужен он для того, чтобы стрелять некими черными стрелами, вот такими вот, которые по силе сильнее, чем удар алмазным мечом. Как же они крафтятся? Для этого нам понадобится 2 обычных стрелы и 1 черный алмаз. Получается вот таких вот 6 Black Arrow, то есть супер стрел. Стреляют они по мощности так же, как и удар мечом, даже в 1.5 раза сильнее. Если чтобы убить моба вам понадобится 3 удара мечом, то всего лишь понадобится 2 выстрела из лука. Но есть проблема, ведь дело в том, что когда вы стреляете с лука, вы попадаете одновременно в себя тоже. То есть вот такой вот двойной эффект. Стрела прилетает к вам в спину. Это, знаете, как удар Чака Норриса, он обходит вокруг оси земли и возвращается вам в спину. Так что будьте осторожными с этим луком. Хотя в такой броне удары от этого лука вам вообще не страшны. Была заминка, странно, но тем не менее это так. В общем-то, это все, что добавляет этот мод. С этой рудой можно делать все то же самое, что и с алмазной. Так что, ребята, прокачивайтесь, улучшайтесь, становитесь черными властелинами. Я буду вас верить. И, друзья, до новых встреч. Пока.